На протяжении многих лет 3 воскресенье ноября отмечается как Всемирный день памяти жертв ДТП. Жертв дорожных аварий сегодня вспоминали и в нашем городе. На аллее памяти был отслужен молебен за здравие всех участников дорожного движения, а также обо всех погибших в ДТП. Только в этом году в Ивановской области в дорожных авариях погибло около 200 человек. Статистика по областному центру тоже безрадостная. За 10 месяцев этого года в городе произошло более 800 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 31 человек погиб. Причиной тому послужила безалаберность наших водителей. То есть не пристегиваются ремнями безопасности, превышает скоростной режим, что является, в принципе, основными нарушениями правил дорожного движения. Во время митинга школьники повязали на деревья аллеи 159 ленточек. Ровно столько человек погибло в ДТП в этом году. Среди жертв аварий были и дети. Как напоминание и предупреждение для водителей, на аллее появился памятный знак. На мой взгляд, данный камень – это символ того, что в дорожно-транспортных происшествиях погибают люди, и надо не забывать об этом, помнить и как-то с этим бороться. Правда, не обошлось и без казуса. Создатели таблички, установленные на памятный знак, допустили в тексте надписи фактическую ошибку. Но этот факт не привлек к себе особого внимания, да и ошибку смогли разглядеть далеко не все. Анастасия Николаева, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.